еще делать? На пробной модели у тебя, например. Вообще в идеале. Полароид. Особенно там перед показом, например. Ну, будет время, сделаем. Тут я видела лицо. Это платье. Прикольно, у меня прическа, там офигенная прическа. Не-не, мы сейчас начнем. Блин, классно. Эля уже шьет кимоно. Еще одна машинка и... Видишь, у него эти клавизеры? Они реально типа временные сделали, там часть нарезанная, часть нарезанная. Прикольно. Кстати, прикольный бренд. У меня такой крем есть. Это вообще так круто. Для того, чтобы мы что-то сшили. Дополнительно для съемки. Всем привет, ребят. У нас сегодня съемки бренда Asian Elimination. Мне пока макияж не сделали, поэтому я в маске. Ловите бэкстейдж. Аня, наш проверяет. Все, что по диагонали, все, что вот прям... Все. Это, вот, знаешь, я обычно один кат нам нравится, и, да? Знаешь, возвращается обратно, снимает ровно. Не очень надо. Это прям для каталога. Второй сезон, точнее, уже. И, ну, то есть мы будем менять локацию. Сначала тут, потом там. Вот уже модель идет. Водочка? Ребята, потница. У меня тут одежда. Влог называется «Будни дизайнера». То есть самые будни, без такого, можно сказать, гламура. Просто как есть, вот, какая-то рутина. Блин, здорово. А есть у тебя ссылка в шапке профиля? Да, все есть, конечно. Вот у нас сегодня Настя. Знаете, как на ней круто смотрится этот худи, который мы вот сами разрисовывали. Серьезно? Да, да. Вот она вообще классная, что... Отлично, у тебя камера грязная. Придирается. Что, Паш, лучше стало? Да. Хорошо поработали. Прям все новое было. Я научилась делать начес. Очень крутой опыт. У тебя сегодня вот такой был новый. Прям на тебя такую большую миссию. Мне очень понравилось, реально. Да. С тобой мы снимали мою самую первую коллекцию. А, серьезно? Да, проект мой начинался. Круто. С писечкой голой. Кому? Писечка. Я предлагаю ему тоже натурщиком работать. Надо с писечкой голой работать натурщиком. Вот цветок новый. Тоже продается. Это видеоблог. Руки можно. Красавец мужчина. Взгляд сюда. Красавец мужчина, смотри, сисечка, а ты нет. Ты так как Дракулу ходишь, что ты весь черный. Брови, брови. Да, 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 да. Разные эмоции пробуют. Профиль. Презрение. Вот мы поработали. И просто все вместе тут кушаем. Рыбка. Я сейчас готовлюсь к фэшн-иллюстрации, раскладываю бланки, встала аккуратнее, передвинула столы. А у Ксюши день Китая. Я тут готовлюсь к конкурсу, создаю коллекцию. Вот такой уютный вечерок сегодня. И мы сегодня слушаем китайскую музычку. Ксюша готова. Что тут такое? Паранжа. У нас тоже была мода прям.